Ночью такая подсветка красивая. Все светится. Руль светится. Карта. Нажимаю go home. Ну, то есть до дома. GPS-ка до дома, нажимаю старт. Все, 13 миль ехать. Ну и я рассказывал, что тут круиз-контроль. Руль сам крутится перед машиной. Ну, впереди машина идущая притормаживает, опять едет машина дальше, если впереди машина отдаляется. Ну и выбранное время, то есть скорость. Скорость, ну, ставишь, например, 60 миль в час и даже 60 миль не самое. Ну, такая вот, такие дела. Включаю, например, камеру. Все, показывается машина сверху. А это... Вторая камера, это спереди находится тут гараж. Включаю, например, я аудио. Там мои записи. Группа «Лесник». И в доме лесника я ночлега попросил, с улыбкой добродушной старик меня отпустил, и жестом дружелюбным, но уже пригласил. Эй! Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Напоминаю, что это не сам рок 20-го года. Еще, в общем, такая есть вещь. Это я радио включаю. Такая есть вещь, я уже рассказывал. Когда надо перестроиться, а сбоку машина, яка-то едет, то загорается вот тут лампочка, что ты не можешь перестраиваться. Тут ось лампочка. Ну и с той стороны. Это дуже хорошая штука. Ну, в общем, такие вот не самые. Это радио. Карта. Друзья хотят покушать, пойдем, приедем в лес.